6 марта в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. На торги выставлено 3 лота. В районе улицы Брянской, 158, предлагается построить и обслуживать одноквартирный усадебно-жилой дом. Начальная стоимость – почти 35 тысяч рублей. Построить и обслуживать одноквартирный усадебно-жилой дом можно и на Узовской улице. Она находится в 35-м микрорайоне Прибор-Западный. Стартовая цена около 4 тысяч рублей. Третий участок расположен на 1-й Витебской улице, 27. Здесь также нужно построить одноквартирный жилой дом. Начальная стоимость практически 17,5 тысяч рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 4197. 97-86.